Палас мокрый, стекла по всему паласу, рассаду всю там переломала, все. А вы дома были когда? Я была на работе. Мне соседка позвонила, говорит, знаете, там, говорит, ты дома? Я говорю, я на работе. И говорит, там что, там, говорит, трассу прорвало на дороге, это самый клещ. У тебя, говорит, наверное, окна побило. Я с работы, если на Нахановича работаю, я с работы бегом посадочку. Подхожу, меня даже так, вот фонтан так улил. Меня даже не подпустили туда милиционеры. А потом уже, сейчас зашла там, все, потолок уже в одной комнате обвалился. Администрация говорит, давайте на несколько дней в этот в спутник, в общежитие. Я говорю, я зачем пожилой человек поеду в общежитие? Туалет общий, мойка общая. У нас нет маневренного жилья, у нас только на спутнике маневренное жилье. Больше у нас нету где. У меня сейчас холодильники отключены, у меня все сейчас продукты, у меня все пропадут в холодильнике. Вот, мне минимум не, не, несколько дней не надо включать, чтобы проводка просохла. Проводка и так старая. Палас вот, видите, все в стеклах. Все, даже вот до кровати, вот здесь вот, до кровати стекла не добило, а стекла, как летели стекла, все, вот, даже сюда, вот я здесь осколки стекла собирала. Это от пара, там, видимо, вода протекла, вот потолок провалился, видите, обвалился. Вот потолок весь же мокрый, вот видите, и вот от сырости, для чего начинает вот, видите,